Давай, Степ, маленькой лопаточкой хорошо делаем комочек. Вот так вот собираем. И будем сейчас с тобой бабушку лепить. Сквер белых журавлей жители дома по улице Интернациональной всегда называли своим. И не без оснований. Это официально за него отвечает дирекция благоустройства. На самом деле порядок и чистоту здесь наводят местные. У них даже есть свой ТОЗ. Один из самых активных в городе, кстати. У меня ребята очень такие помогающие люди. Они понимают, что надо, значит надо. И деревья вот тут сажали, они тоже помогали. Вот, и ТОС у нас весь приходит, тоже помогает. Работать всем вместе практически по-семейному с самоваром и пирогами – это здесь уже добрая традиция. Хотя в этот раз стать первыми в городе им помог случайный инсайт. Руководство ТОСа о планах на субботу узнало от главы администрации Елены Сорокиной. Выйти с лопатами раньше – общее решение актива. Это наш сквер, наши детище, и поэтому здесь мы тоже вот как-то стараемся поддерживать. Здесь в основном у нас мамочки отдыхают, так как рядом ничего нет, и они у нас в основном здесь. Люди проходят с остановки туда-сюда, и вот кафе здесь, и поэтому мы как-то поддерживаем летом здесь чистоту, и, естественно, вот это первый раз мы решили и зимой здесь. Задачу по расчистке сквера превратили в детскую забаву. Построй горку и получи приз – кусок пирога или шоколадку. Вышел этакий рабочий пикничок. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».